За вклад в совершенствование федерального законодательства Владимиру Киселеву вручили высокую награду от Верхней палаты российского парламента. Благодарность на заседании Президиума Совета законодателей ему выразила лично глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ранее Владимир Киселев был удостоен почетного знака за заслуги в развитии парламентаризма, высшего знака отличия Совета Федерации. На площадке Совета Владимир Киселев вносил инициативу по внесению изменений в федеральные законы, часть которых поддержана руководством страны. В частности, по итогам заседания Совета законодателей в апреле в Санкт-Петербурге предложения по внесению изменений в закон о связи нашли отражение в поручениях президента.